Сейчас я найду. Так, 800 ЕП начислил, все в лок улетите. Ну, все, я вижу лучезарный. И он типа не столько же дает, там, 48 МД, по-моему. А с броней сколько дает? Сейчас посмотрю. Как с броней называется, скажи мне? У тебя есть? Строгим глистый алмаз. Так, тебе писал лог Инфернити. Нет, Данидас, ты уходишь или что? Все, вот этот ничего такой. Да, кстати, неплохой. Его типа переделали, что ли? Что-то я не помню такое. Кто переделал? Кусакет, я просто не помню, чтоб я такой покупал себе на ювелирку. Вот, типа, переделали. Из какого-то другого. В смысле, это всем длинные алмазы? На острове я... продается рецепт. Я знаю, блять, у меня почти все куплены. Я не помню, чтоб я такой покупал, понимаешь? Но у меня он есть. Знаешь, покупал? Блок, типа, по сути, говно такое. Типа, блок из танковской самое хуёвое, типа. Раска, после реворка блок теперь топовая стата для паладина. Не, я понимаю, что для паладина, для Т5 он топовый, но сам по себе он из всего, что есть, уворот, парирование, это самое говно блок. Ну, было раньше, да. Поэтому я в блок не упирался и шмот с блоком не брал вообще. А ну и сейчас так, в смысле. Вообще просто и выхода нет другого. Почему выхода нет? Можешь не упираться в блок. У меня без шмота в блок, ну, 24-27 било. А до реворка 20-ка была. Так что после реворка, ну, чуть-чуть поднялась. Сделаю в блок, будет больше бить под 40-50 косарей. Если я сейчас могу разогнать почти до 40. Я не знаю, я в этой хуйне не страдал. У меня было два куска, типа. Только вот недавно четвертый у меня появился. Так у двух кусков же убрали сейчас эту хуйню прекрасно. Кого убрали? Ну это два куска. Два куска просто сделали на 4. Вместо 2, 4 надо теперь. Короче, напустила паладина, блядь, два куска. Просто надо какого-то топового паладина найти, посмотреть. Ну что-то странное, мутить и мастерство, блять, поубирать. Непонятно, нахуй. У меня 52 мастера, пиздец. По ноги с ТЛК берешь, грудак, вайши, и сокеты в ноги на 42. Грудак, вайши, это сразу свидание всей твоей тактики на... Ты, кстати, кават, говоришь, типа, сейчас все бьют магией, ты типа... Смотри, на этом же не магии бьют. Третий босс. Плюс кель тоже типа там эти бьют милишные атаки и так. Кто не магией бьет? Ну, если бы били магией, анхоли, ТК, танки были бы имбой. Смотри, по-любому физурон остается. Как ни крутить. Плюс ЗС еще открыли.
Остается, но магии больше. Физ всегда будет. Это надо высчитывать, ты понимаешь? В совокупности, типа, блядь, взять твою броню, прибавить вот это и высчитать то, что какой профит это дает. Ты сам поймешь, мне кажется, что 3% магурона говно полно. Бой робот же, он то не по-любому не только арканом бьет, он может и физой. Кстати, но... мага-то тут? Браска, а что я по-твоему делаю? Беру шмотки, тыщу, меняю брюли и камни. Для того, чтобы посмотреть, надо что-то альтернативу. Вот ты говоришь, ты мне скажи, сколько 3%, раз ты все высчитываешь, сколько от твоей брони 3% дает, добавляется цифра? Блядь, не голословный был, ты мне можешь сказать? Сейчас даже точно скажу. Сейчас ауру уберу. Чем ты ауру убираешь? Это же твоя аура. Нет, основного тоже добавляет. Я вообще, блядь, во фросте танчу с гуручкой и ничего. С учетом того, что кап для, блядь, для выше надо, чем для 80-х, типа мобов, сейчас бы. 1100. Ну, от 100 кауров. 3% это 3000. Ну это такое, да? Делорус ушел? Нет, я здесь, сейчас я себе мета-сокет делаю. Замена, кто в рейд идет? Кирс? Браска! Это как это? Сколько людей, столько и мнений. Утопешт или ее тут? Слышь, Раска, а что ты, почему тебе не нравится грудак вайш? Брони мало дает. Идет он вообще в толчке. Ну, какая броня, расскажи. Обычная, блядь. Ты знаешь, какая броня? Йотан, ты чё, блядь, срать ходишь с телефоном, что? Да. Войт, а поведи РЧ, можно трэш пулять? Сейчас. Хуя ты засранец. Убираться в броню, блядь, когда оверкап 41 тысяча, ну, такой. Килы, Луцинь, Шторм, Акинари тут. Вот же тут можно пулять. Напомните, чарка на голову, где покупается, у кого на атаку? Черные хуйня. Черные слоты там этих лимчиков. Да, да, понял. Так, чё, Йотан идёт в рейд, не идёт? Конечно, у тебя идет. Есть еще время посрать с облегчением. Да я не сал, я курил. Смотри, ты туалете куришь? Да. А тебе надо, что ты там срёшь, посидишь? Что? Идёшь? Я говорю, я думал, ты там срёшь. Нет, просто, блядь, на балконе ещё холодновато покурю. Ты смотри, потом у тебя потолки черные станут. Отбеливать. Хули их отбеливать, он этот. Ну, типа плитки такая хуйня, я вытер и все.
с этим заебываюсь, с водогрейкой, блядь. Вот в нее впитывается пиздец, ебать. Она, блядь, желтеет за месяц. Ты от перекура не видел, какие стены, блядь. Не видел, я, блядь, был на заводах в курилке, ебать. Там на заводе перекур выдают? Бля, я, короче, когда давным-давно учился, работал у нас на полиграфе в ночную, там им, короче, выдавали какие-то сиги, типа, блядь, не перекур, а солнце, ну, такая же армейская хуйня. Там, типа, как при буфете магазин был, и для рабочих вот эту хуйню вообще прям за копейки продавали. Там все деды эту хуйню смолили, блядь. Мы же знаки ролим, да? Нет. В смысле нет, ну? Не роль. Это в ХМ-ке только. Не-не-не, по-моему, что-то тут делают. Не, знаки теперь везде ролят, вы чё? Да отказывайте. Позвоните, плиз. А зачем? Тебя... А нет, ты вроде. А что, кстати, про япончика спрашивали, что кто-нибудь ответит, не? Где он? На работе, я же говорил. На работе? Ну. Наныл два куска и на работу пошел. А я думал, пацаны не работают. Я бы мразку на самом деле тоже на работу отправил. Живой, мне после этих слов тут предъявляют, что у меня 8 кусков, говорит, и я бегаю в ДДС. Чё за хуйня? Ой, это разбери, не разбираюсь. Кирс чипсы будут дальше идти в рейд? Узнаете кто-то?
носом в пол его. Просто по очереди подошли. Им понравился. Блять, смотрел кто бой Фергюсона? Прием, прием, есть тут смотрельщики? Хорошо, что надо посмотреть. Ничего интересного. Вообще жесть. Я не ожидал такой хуйни. Последний человек крутой смотрел, это только Зелимханы против морячка. Да что вообще жопа? Не, Гейджи молодец. А вот этот как будто, блядь, помирать там собрался. Бедняга. Хер знает, что там за сгонки такие, вряд ли я не пойму эту хуйню никогда, наверное, блядь. Но зачем он соглашался тогда, раз три сгонки, две сгонки, блядь. Это будет тайна, покрытая мраком. Бабки, бабки, сука, бабки, блядь. Ну все эти байс, блядь, не о деньги завязаны. Вот там согласятся на чё. За те деньги, которые они получают, я, блядь, сам бы вышел на один удар против любого из них, блядь. За бабку дерутся. Ну, потом, как Кличко видел украинский депутат. С камнями, блядь, разговаривать, ёп. Охот ему деньги, но он отбитый наглухо, блядь. Не, ну тут, ты понимаешь, у меня так не получится, у него-то это, блядь, это, как его называется, годами много-много ударов, там множество сотрясений, да. А тут ты, либо отъедешь, либо... Если ты плохой боксер, то тебе, блядь, долго не надо, не придется таким вставать. Нет, так я говорю, выйти это, в смысле, у меня будет там все равно, блядь, один удар, ёб, я либо сдохну, либо буду богат, блядь. Лучше бы в ММА идти тогда, а не в бокс тогда. Это как фильм «Разбогатели сдох». Ну это больше похоже, знаете, я не помню, как он, «Тринадцать» или назывался, где они там под фонарем из револьвера русскую рулетку ебашили. Ты такую хочешь хуйню, да? Да в принципе, один хуй, чтобы мне Фергюсон ебать, что, блядь, я себе, блядь... Причем как из 9-миллиметрового варианта в башку выжить больше. Можно шкаф. Вот ты не прокачаешь, блядь. Вага, ты тут? Кирс. Я вам помню, что-то давно видас видал, там это, с Чечни, что ли, или с Дагестана, там, спецназовцу, блядь, в лоб уебали, у него пуля, ну, в лобной кости просто. То есть мясо пробило, а кость остановила, блядь, ПМовскую пулю, блядь. Нормального лобешника, нет. Хуй не зря я, блядь, в эту, блядь, в десантуре, блядь, бутылки об голову хуярую. Как у этого, у неандертальца, блядь, утолстилась, блядь, кость. Если ты будешь тренироваться каждый день, башкой об стену бить, то я думаю, у тебя то же самое будет. Пончик, да ничего не... Я думаю, меня в дурку, блядь, отправят. Фростгорн, ЛРА и Халфейн. Чего? Я ж вроде на замену ушел. Че меня обратно в рейд кинули? Даже кому-то 250 дать, кто отвалился. Пока япончика и не, не сегодня, любой другой день, но не сегодня. Все, и слакай пока. Тыкайте на сумму. Хеллфейн тут уже? Делорус тут? Опа, ДЦ. Я только приехал с работы. Ты хочешь потанчить? Привет. А? Ну давай, танчи. Чё, я в танка? Пончик в ДЦ. Вот это мне подвезло.
по платформам, по танкам, что? Кават первая, Луцинь вторая, Хеллфейн снизу, Хеллфейн в танка. А чё с Полиной? Чё её кикают? После рейда. По хилам что? Наверху Шторм и Фоджа. Танков себе сами выберите. Остальные внизу. Фоджи и кто наверху? Шторм, Сингер, Свингер. Окей. Чек на пул. Да, Даркис. Пока Лару убьем. Нартия. МП5 по Нартии окинули. Че, все, пуля? Все, пуля. Поворот. Подлетает пуля эти. А чего вы не застрелите? Быстро улетел. На спидах, что ли? Первый всегда так. Осторожно, ромби. Вот, на это, на последней платформе. Таунт. Не, я, конечно, прожмусь, но мне тут хил нужен.
лапу. Все, мелких уже не бьем, только босса. Подводи сюда ближе. Мелкого. Еще мелкий. Подбиваем. Убивайте меня. Когда босс появится, собьем. Коват на боссе. Хелфейн. У стенки луцинь ловит. Крестик не убейте. Теперь свич все по мобам. Все, весь рейд выведут босс по мобам. Милики отошли от мелких. Стойте, вас хоть чокнуть может. С черной лужи сразу выбегаем, чтобы не откинул. Вот, отлично. Под боссом не стоять. Два моба. Танк бежит к нам, ждите его. Поднять хапалу? Да. Вы и так захилите. Подбиваем. По черепу стоп. По крестику стоп. Доты подружили. Найди следующих ДК. Отошли уже. Нужно, чтобы бобы умерли, когда появится ХП у босса. Иначе они не подействуют. Скажу, когда бить. Что, хапала-то поднимали? Мобов отводи. Что, хелфейн ловит? Бик там за баб. Да, лап. По черепку стоп. Крестику стоп. Стопнули. Появится босс, добьете. Добивайте. Не лезу она.
не бейте, не бейте, не бей, не бейте. Не бейте. Поставь метки. Там лоу хпшный. Не без трогайте. Метки лоу хп. Не трогайте. Так. Появляется босс. Под боссом не стоять. Мобы убьют вас нахуй сразу. Все, добивай. Босс на усы не захватывает. Летающая сова, сука, вот это красиво было. Летающая сова, летающий декатан. Аккуратно побегай. Крестик побольше. Давай я следующих заберу. Стоп, стоп по ним. Черепок рада добьем. Фулл ДД. Бейте. Милики, не надо, отойдите. А череп поставьте. Отойдите, добьем потом. Все, добивайте. Под боссом не стойте. Ваншотник. Все, босса добиваем. Может успеть. Лут поменяем. Ну, если бы дали геру, успели бы точно. Эх. На робота.